Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Ухтыкан ТВ. Сегодня мы поговорим о жизни животных. Сегодня у нас в программе «Сбежавший лев», «Пингвин на каникулах» и «Опасное происшествие с собой». В связи с глобальным потеплением происходит миграция пингвинов. Объявление. Семья пингвинов снимет в Ухтыкэмпе просторный холодильник на лето. Морозильники просьба не предлагать. Сегодня из зоопарка Ухтыкэмпа сбежал лев. Он нашел и одел ролики. Теперь его никто не может поймать. Жители Ухтыкэмпа, будьте осторожны. Экстренное происшествие. Из гнезда выпал совенок. Специальная команда Ухтыкэмпа смогла посадить его назад. Сегодня русская чудовище празднует свое день рождения. Ему исполняется 1177 лет. Наша редакция поздравляет его. This is Sparta. Экстренное происшествие. Нет, ну наш редактор слушаем быстрее. Смотри, баран! Он крест находится с человеком!